Да, инспекция. Ну, что-то он мимо пошел. Не захотел подребать. Ну, сходил домой, переобулся, обул сапоги, и там эти стельки, вот эти, не стельки, а эти, как они, чулки, да, называются, это теплые, в калошах замерз на речке. Я что там ходить, вон парники, там живу, а тут речка. Так-то одеты ничего. Ноги замерзли, капец. А, лодка, тачка. Вроде все на месте, никто не спер. Ух ты, уже там лодочник какой-то плавает. Все, погнали дальше. Что-нибудь ловить. Пробую на все. Вон спиннинг, там удочка, там еще одна удочка. Ну там немножко кушков наловил. Так, совсем чуть-чуть. Солнце только-только вышло. Там туча вот та прошла и вышло солнце. Погодка вообще шепчет. Волна нездоровая, ветерок, ну не сказать, что холодный, плюс 10, ну неприятный. Там намного теплее, чем вот здесь. Сейчас я не знаю, может туда сгоняю. Может, сгоняю туда 4 километра до одну дамбу. Она мост проездная. И вторая дамба, она не проездная. Ну, я имею в виду, проплыть нельзя. Вот до нее 4 километра. А сюда до дамбы 2 километра. Вот. Как-то так. Рыбаков никого. Я имею в виду по берегам. Вот там кидало там пару спиннингистов и все. Остальные кладки все пустые. Абсолютно. Ну, сейчас попробую еще покидать. Окуньков подербанить. Короче, отдыхаю. На тачке я привез мотор и бак. И груз. Потому что ее тащить, ну, тяжеловато. А вот когда без мотора, без бака и без груза, ну, намного легче. Вот такие вот дела. Все, погнал я в закат. Ну вот, приехал до какой-то вот кладки. Блин, они что-то клюют. По крайней мере, пытается клевать. Что-то или мелкое. Если это можно назвать, конечно, кладкой. Вот тут вот деревина упала. Грохот был такой. Я аж попутал. Я слышал, как она падала в свое время. Сейчас стою без груза. Груз он в этом вроде не несет сильно. Но что-то там дербанит. Мелочевка какая-то. Сейчас до этого кустика сгоняю. Так вот по берегу. Проверим. Сейчас она, вся рыба, она практически вся под камышом. Так, ну сейчас покидал. Вот здесь вот такая заводеночка. Она вот так раз. И такая заводь, там мелячок. И потом она вот так выходит. И вот здесь вот обрыв идет. Вот. С меляка на обрыв. Ну не идет. Что-то никого. Но обычно здесь вот две штучки. Щучки. Вытаскивал. Сейчас тишина. Кидал. Никого. Сейчас поедем дальше. Кто-то шалаш построил. Не знаю, видно, не видно. О, слишком солнце отсвечивает. Прямо на берегу. Из камыша. И вот дерево лежит в воде. Сейчас тут попробую. Вот, грибу. Такую вот прогалитина такая, да? Прокошена. Берег. Вот он берег. А вот у людей сад растет. Я не знаю, метров 5 от воды деревья. Там вот огороды.
Вот, сад. Это похоже на яблоки. Вот это первая груша. Дальше яблоки. Вот грибу понад камышом. Втихаря. Хочу немножко передвинуться. Сейчас паузу поставлю. Вон еще одна прокошенная. Вот. Еще прокошено. Сад продолжается. Вот вообще смородина растет, куст. Дальше березы. Вон смородина. Ну вот они. Вот куст смородины, там смородина. Вот так вот. Прямо вот 5 метров от берега. Высадили сад. Ну, шелковица. А вон катер приволокли. Не знаю, видно, не видно. Не инспекция ли случайно? Катер вижу номерной. Такой серьезный. Только что спустили на воду. Сейчас подгребут. Шо, к чему, почему. Так, а где мой поплавок? А вот он. А у меня что? У меня кушки один крючок. Сеток нет. 5 килограмм не наловил. Вот, так что у меня все нормально. Мотор регистрации не подлежит. Все замечательно. Вот ивушка растет прямо на берегу. И вон еще одна высаженная. Это все посаженные. Вот еще. Но это не ивушка, это. А нет, ивушка, но она какая-то не такая. Дичка. Да, инспекция. Ну, что-то он мимо пошел. Не захотел подгребать. Наверное, смотришь, что ловить тут нечего. Как-то так. Идем на закат. За инспектором. Вот, мужики, переехал на другое место. Тут уже минут, наверное, 15-20. Пытаюсь что-то поймать. Два кушка вловил. Луна вышла. Но еще не темно. Ветер перестал дуть полностью. Штиль полнейший. Красота. Вот. Сейчас еще чуть посижу. Вот так вот пройдусь по над бережком. И дальше погребем. Сейчас тут еще попробую возле этой кладки, а там, может, возле столбов стоят окуня, запросто. Что-то вообще на удочку не берет. На кладке здесь походил, она большая, побродил. Народ он какой-то поставил, вообще забор по периметру, там сараюха стоит практически на берегу, фонарь. Никого. И ничего, он рыба плещется потихонечку, круги на воде. Мелочь. И все. Вон круги на воде. Там. Короче, сворачиваюсь. И погнал я, наверное, пока не стемнело. Домой. Завтра еще один раз выгребу. Денечек на воде проведу.
луна. И на этом, наверное, закончим рыбалку. Зато отдохнул. Как-то так. Наш поворот. Для этих целей я, мужики, скаты и закопал здесь. 5 скатов лежит, чтобы выезжать на резину. Вот, как-то так. Опа! И лодку не пробивать. Все. На этом, пожалуй, все. Завтра еще раз выскочу порыбалить. Ну как порыбалить? Приятно провести, мужики, время. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.